Когда войну забывают, начинается новое. Память – главный враг войны, говорит известная мудрость. Магаданская областная универсальная научная библиотека имени Пушкина является организатором встречи трех поколений – участников Второй мировой войны, Афганской войны и боевых действий на Северном Кавказе, а также подрастающего поколения. Мероприятие приурочили ко Дню защитника Отечества. Прежде всего, хочу сказать, что еще в 2002 году, до создания Союза пенсионеров России, в рамках областного совета ветеранов, мною было предложено проведение такого мероприятия, как встреча трех поколений. Крайне важно чтить опыт людей, прошедших войну. Встречи с людьми, которые сами принимали участие в военных действиях, были очевидцами суровых событий и доблестных подвигов. Это самый лучший способ передать подрастающему поколению чувство патриотизма и любовь к родине. Такие мероприятия мы проводим регулярно. Они пользу приносят, уважение к старшему поколению. Ну, а самое главное, что молодежь слушает и это видит. Я могу сказать, что я сам офицер и медаль за воинскую доблесть имею. Я сам с удовольствием хожу, ну и призываю ребят, чтобы они шли служить в армию и были достойными защитниками Родины. Участие в мероприятии принимали и волонтеры. По словам подростков, они регулярно принимают участие в подобных мероприятиях. Для них они несут не только патриотическую ценность, но и вызывают живой интерес к истории большой и малой Родины. Участники утверждают, что рассказы ветеранов намного шире раскрывают исторические факты, чем те, что преподают в школе. Сегодня мероприятие направлено на диалог между тремя поколениями, чтобы мы не забывали об исторических событиях, которые происходили в нашей стране, за границей нашей страны, в которой мы принимали непосредственное участие, чтобы мы помнили о тех жертвах и событиях, которые пришлось нам пережить. Лично от себя я хочу сегодня услышать достаточно интересные истории от людей, которые были в военных конфликтах. Я хочу узнать их историю, я хочу послушать их событиях, перенять для себя тот опыт, который они имеют, и помочь нам всем, чтобы такого больше не случилось. 20-я встреча под песни военных лет и видеоряд боевых действий подошла к концу. Защитников Отечества молодежь поздравила с наступающим праздником различными музыкальными номерами.